Всем здорово, геймеры, с вами Мавик, играем Hitman 3. Я вам сейчас покажу, где найти в миссии две снайперские винтовки. Одну снайперскую винтовку мы будем с глушителем искать, вторую снайперскую винтовку без глушителя. Это Аргентина. Миссия Аргентина. Ну, катсцену я быстро пропустил, там, где он с Дианчиком разговаривает. Все, мы монетки забираем, бананчик забираем. В принципе, можно и банан не брать. Но нам надо что-то для ближнего боя тихо, по-тихому работать. Здесь можно взять молоточек. Слушайте, можно, в принципе, и здесь залезть наверх. Нам наверх надо. А можно и с этой вот, в принципе, строения, на котором брали молоток. Там тоже наверх. Наперед говорю, здесь есть охрана. Ее до хренища. Главное не спалиться на начальном этапе. Ну, Лукрею. Немного он, конечно, встревоженный, ну, ладно. А вот и снайперка. Don't be crude. Pay attention. Yates wants us on high alert. Убийство будет проходить, ну, обездвиживание бананчиком. Можно и молотком, это уже на ваше усмотрение. Nice. Две цели. Мендоза и Тамар. Ну, Тамару мы не достанем, она за камнями там где-то. А вот Мендозу... подождем, пока он появится в поле зрения. Здесь не советую стрелять через окно. Там неизвестно, за какой он стеной стоит. Лучше не стреляйте. Нужно подождать, чтобы он появился в поле зрения на улице. Здесь попробовать. Ну, как бы это риски. Мы не видим, какие там деревья есть или нет. Поэтому лучше не стрелять здесь тоже. Он остановился где-то. На смотровую площадку выходит. Покидаем место нашей локации. А сейчас будет палево, нас спалили. А где-то еще находятся снайперы, откуда-то стрелять. Я не вижу, где... Где еще есть снайперы? Посмотрите
Вперед, видите, мужичок идет вместе с чемоданчиком. Он нам нужен. Он по сторису проходит, по одному из сторисов. Он нам и нужен сейчас. Но мы не по сторису будем, конечно же, сейчас идти. Он нам нужен для того, чтобы проникнуть бесшумно внутрь. Внутрь дома. Я еще хочу это прохождение пройти менее чем за 9 минут 31 секунду. Нам дойдется experience. Так, мужичок, как же его подманить? Ну, в принципе, сам к нам подойдет. Он сейчас будет слушать, как птички хорошо поют, как красиво все будет. Мы его ряд с ним и себе затянем. Подождем, пока они отойдут подальше. Блин, ну, не-не-не. Вот это куки. Как только вы его вырубаете, сразу же подальше оттягивайте. Его просто найдут здесь. У краю. Молоток нафиг выкидываем. Выкидываем снайперку здесь. Все оружие выкидываем. Летальное. А почему? Потому что мы сейчас должны проникнуть на территорию без оружия. Нас будут осматривать, а вторую снайперку мы найдем. Aaron Ford Jr. Yes, это я. Right this way, Mr. Ford. Идем. Если вот этого мужика не будет с кем поговорить, он куда-то в сторону, вот кипиш его подымет, он убежит. Вы сюда не проникнете. Вот именно вот с этим надо говорить, с левой стороны, которая стояла. Идем. Без кипиша он нас будет проводить в дом. Ну и с кипишем мы, конечно, будем его покидать уже. It's a gift. Здесь не идите за ним прямо. Сворачиваем, знаете, как такие паршивые овца сразу же налево побежали. Этот ключик нам, в принципе, и не нужен. Выжидаем эту барышню. Она просто хай может поднять. Мы ее сейчас обездвижим. Навсегда. И отправим отдыхать. Не спрятав тело, сюда охранники зайдут, ну, увидят. А, что-то здесь не то. А можно не в шкаф прятать, можете вот сюда, в принципе, сложить сундук. Нам чуть-чуть выше надо подняться, ребята, чуть-чуть выше, где мы найдем снайперскую винтовку и не только там. Плюшки интересные такие будут. Не на этот балкончик, а нам еще выше. Выше на саму крышу. Как бы высокая веранда. Сможете, в принципе, осмотреться. Но снайперку вы найдете. Она на стене. Здесь. Здесь же есть и рапира. Там, так, меч и рапира. Покрутитесь, но я сейчас хочу сделать one shot. Прицел у этой снайперской винтовки мне очень нравится, она очень крутая. Не промазать бы.
Вообще, пусть они там крутятся, ходят. Здесь у нас меч есть. И здесь у нас такая рапира есть, интересная. В движении, конечно же, сложновато ее мочкануть. Но реально. One shot. Снайперка нафиг. Все, ребята, быстренько отсюда нафиг уходим. Покидаем помещение. Сейчас будут выслеживать, откуда стреляли. Что случилось? What happened? What's going on? Но у нас только одна локация открылась, ребята. Локация выхода. Можно было через виноградники выйти, но через виноградники это шумиху мы подняли. Иди посмотри, что там за деньги. Да, иди посмотри. О, у нас вторая открылась. Вторая локация у нас тоже открылась. Будем уходить через виноградники. Подождите, пока все охранники уйдут. Здесь одного надо будет возле выхода, он стоит. Мочкануть. Мы уберем, чтобы... Ну, в принципе, можно не убирать. Мы и так уже все. Миссию покидаем. Спокойненько. Все, ребята. Круто. Две снайперки. И мы покинули миссию. Итого, что мы здесь заработали? 4000, 4000, 2000, 1000, 1000, 1000. И в общем количестве сколько? Две? Итого 16000 total experience. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. С вами был, если будет Майк, всем пока-пока.
Пам-пам!